призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, литературе и русскому языку. О таком Елизавета могла только мечтать. Паспорт школьницы вручают со словами благодарности за достижения в учебе. Становиться гражданкой России в присутствии одноклассников и педагогов, признается, особенно волнительно. Чувствую радость при таком событии. Я была рядом с классом, рядом со школой. Я испытываю этот груз ответственности на своих плечах, что с этого момента моя жизнь изменилась на до и после. И Елизавета только одна из 18 школьников, попавших в число избранных. Традиционная акция «Мы, граждане России», организованная администрацией Октябрьского района, уже 12-й год собирает лучших из лучших. Акция «Мы, граждане России» объединяет ребят, которые достигли высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной, общественно значимой, волонтерской деятельности. И ребята получают свой первый документ. Чтобы вручение документа было безопасным для здоровья, в администрации предприняли все необходимые меры. На входе ребятам измерили температуру, в зале соблюдались социальная дистанция и масочный режим. Со сцены школьников поздравляют депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер и глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко. Хотелось бы пожелать, чтобы наши юные горожане, наши юные граждане нашей страны достойно несли доблестное, честное звание гражданина Российской Федерации и гордились тем, что живут в нашем родном городе Екатеринбург. Впрочем, сегодня ребята получили не только документ гражданина России, но и памятные подарки. Однако самое главное – это, конечно же, эмоции. Ведь получить паспорт в такой торжественной обстановке удается далеко не каждому.